Тассайва хета праджате таковида. Тассайва хета праджате таковида. Налабхате яд брахматам париядху. Таллабхате дукшабад аннатохо сукхам. Калена сарватра гавир рангаса. Тассайва хета праджате таковида. Налабхате яд брахматам париядху. Таллабхате дукшабад аннатохо сукхам. Калена сарватра гавир рангаса. Гаурия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Пхупат told, the moment we feel that we have no perceptor. Сила Прабхупад сказал, что тот момент, когда мы не чувствуем, что у нас есть наставник, то в этом случае мы потеряем все. В тот момент, когда не будет настоящего наставника, гуру в нашей жизни, то мы можем почувствовать разочарование, и все различные проблемы нападут на нас. Окружающая обстановка станет какой-то ужасной и будет как-то пытаться вредить нам. На самом деле, у нас, если у нас нет настоящего защитника, материальные люди, они могут надеяться на какие-то деньги в банке или какую-то власть, или какую-то еще силу. И вот такие материалисты, они думают, что могут защитить себя, но это глупо, и они не понимают, что такое настоящая защита, что хочет сказать Шрила Прабхупад. Обычные люди не понимают этого. И вот пару дней назад какой-то доктор сказал мне, я сам газет не читаю, я веду такой изолированный образ жизни, и вот один доктор сказал Махараджу, что один очень богатый спортсмен в Америке, баскетболист по профессии, и вот он помер со своей дочерью. Для них какой-то вертолет организовали, чтобы их спасти от чего-то там, но все же не смогли ничем помочь. И таким образом деньги, они не защитят нас, или власть, или еще что-то. Мы не защищены с помощью этого. Наша жизнь, она всегда не находится в безопасности, нет никакой безопасности в нашей жизни. Мы можем в любой момент помереть. И что Шрила Прабхупад хочет сказать, наставник, защитник, это Гурупад Падма. If we have no Гурупад Падма in our life, Парамхамса Гурудева, если у нас нет Гурудева в нашей жизни, Парамхамса Гурудева, то тогда мы не можем быть уверены в настоящей безопасности нашей жизни. Только садгуры и вайшнава могут нас обезопасить от этого материального мира. И вот в тот момент, когда мы теряем все, и кто может защитить нас, я говорил, в тот момент, когда вы потеряете связь с Анантадевом, то в этом случае различная неудовлетворенность и прочие проблемы, они могут одолеть вас и обеспокоить. Вы будете чувствовать себя в океане проблем. Анантадев, значит, Гурудев, Баладев. Я говорил об этом. Если Анантадев не появится в нашем сердце, то тогда мы не сможем надеяться, что Кришна явится в нашем сердце. Многие люди, они пытаются, подобно обезьянам, прыгать с одного места на другое, но толку от этого нет. Таллаббхате дукшабад аннатохо сукхам, калена сарватра гавира рангаса. Рангаса мин strong. Рангаса значит какие-то шаги, такие конкретные шаги.
для достижения чего-то. Майя, она пытается всех подавить. Вот никто не может спастись от Майи до тех пор, пока они не обретут полную защиту от Садгуру Вайшнава. И вот не призвав Ананта Дева в наше сердце, мы не можем ожидать, что Кришна явится в нашем сердце совершать баджан. Значит, мы должны увеличить наше сердце, и чем больше мы совершаем баджан, тем больше, более мы чувствуем единство. И постепенно мы будем чувствовать, что нет у нас никаких врагов, и мы сам враг самому себе. Единственный враг — это мы сами. И чем больше вы совершаете баджан, тем больше вы почувствуете, что ваше сердце увеличивается, и вы захотите обнять весь мир. И это состояние Парамахамсы. Если вы не смогли призвать Анантадева в своей жизни, то тогда нельзя ожидать, что Кришна явится в нашем сердце. Анантадев подобен асане, ясасане, на котором является Кришна. И только если Анантадев, он явится в нашем сердце, только тогда Кришна может явиться. И вот садху-санга — это самое важное. Прибежище у садгуру. Если вообще вопрос принятия прибежища у лотосных стоп гуру. Кришна дикшади шикшанам. Я имею в виду все основы нашего баджана. Это принять садгуру в своем сердце. И после этого можно попросить у Гурудева получить посвящение. Что я говорю? Да, именно так. Вначале вы должны всем сердцем принять Гурудева. Что вот он мой Гурудев и никто иной. Всем полным сердцем Гурудев, тот, кто притягивает нас подобно магниту. Шрила Прабхупад говорит, что чистые гуру и вайшнавы, если вы посмотрите на них, вы почувствуете, что они находятся в таком поглощенном состоянии. Они буквально потерялись в духовном мире. Если посмотреть на них, можно почувствовать, что они как-то заряжены, какая-то неведомая энергия исходит из них. Если мы посмотрим на Шрилу Прабхупаду, Бхактину Такура, Кешава Госвами Махараджа или Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шридхара Махараджа, вы почувствуете какое-то необычное чувство. Все время они находятся в блаженстве, в таком блаженном экстатическом состоянии. Это зовется авеш на бенгале. И без этого чувства кто может действовать как Гурудев? Я никогда не слышал это от Гурваги. Если нет авеша, то но можно видеть какие-то люди, которые иногда ходят в одежде вайшнавов, занимаются сбором каких-то денег и прочего мусора, не относящегося к духовному. И вот Туласидас Суреда, они плачут. Они говорят на хинди, на враджавать. И вот в этом киртане говорится, что
вот они выкидывают в своей жизни подобно мусору все лишнее, что не имеет связи с Кришной, что приносит только беспокойство. И только чистые Гуру Вайшнава не могут гарантировать нашу настоящую безопасность, если нет у нас лицемерия в нашем сердце. А если есть это лицемерие, то Гуру Вайшнава не ответственны за это. И вот Бхагаван Шри Кришна, я уже говорил в Шантипуре, что Бхагаван Шри Кришна он находится на таком уровне, из которого практически невозможно узнать, что происходит в этом материальном мире. Те, кто находится в океане страданий, Тама и Раджа-гуни, уже я сказал, что Кришна вездесущ, знание Кришны, Сатасидья. И почему говорится так про Кришну? Прямо или косвенно Кришна знает все. Но в этом случае, если все эти материальные люди чувствуют какие-то страдания и наслаждения, но вначале всего совет, данный нашей Гурваргой, все наши страдания и наслаждения, они относятся только к прошлому, настоящему и будущему, то есть к этому материальному времени. И нет никакого существования. Но мы жалеем о чем-то подобно глупцам. И вот Гуру Вайшнава находится на том же уровне, где и Верховный Господь. Мы находимся на материальном уровне, как мы можем служить Кришне, который находится на трансцендентном уровне. Мы должны возвыситься до этого уровня, чтобы смочь служить Ему. Вот мы, если кто-то пытается служить, не все они достигли освобождения. Кто-то наполовину порабощен, кто-то на 20%, кто-то на 10%, но все же Гуру Варга из своей милости, они позволяют нам совершать Гуру Сева, какое-то служение. Они знают, что для нас невозможно совершать настоящее служение, поскольку обусловленная душа, она имеет какие-то недостатки. Обычно четыре вида недостатков в обусловленной душе. Но все же Гуру Вайшнава, они дают нам возможность служить, что можем совершать то или иное служение. Они дают нам возможность, и мы думаем, что Гуру Махарадж идет, он хочет, дает нам все без наших личных усилий, нет, наши желания, наши попытки, они должны быть. Вот эти вот обычно эти четыре вида недостатков находятся во всех обусловленных душах, но те чистые Гуру Вайшнава, они не имеют таких недостатков. Они свободны от всяческих анат, от всякой обусловленности. И когда Гуру Вайшнавы, они дают нам возможность служения, мы думаем, что мы чего подобное обезьянам с большим хвостом. Но смотрите, когда Гуру Вайшнавы из-за своей милости дают нам возможность совершить какое-то служение, то если мы будем думать, что
они зависят от нашего служения, то это глупо. Это таково плачевное состояние обусловленных душ из-за того, что они имеют ложное эго и гордятся всякими незначительными своими качествами. И вот ложное эго, оно поместит нас в какие-то проблемы, но избавиться полностью от ложного эго не так просто. Не получив милость чистых гуру вайшнавов, мы не можем показать ни единого случая, когда обусловленная душа освобождается от майи. Такова процедура. Без милости гуру, чистых гуру вайшнавов никто не может пересечь этот океан майя. И такова процедура. И сейчас состояние таково, что Кришна или Вишну Татва, они находятся в трансцендентной области. Кришна, он всегда занят своими лилами. И вот они во Вриндаване, они погружены в свои экстатические чувства, и Кришна, он не знает, что происходит в этом материальном мире, что кто-то страдает здесь или наслаждается, и поэтому в Чайтанья-чаритамрите говорится, Кришна говорит, Кришнадас Гасвами, он говорит, когда я смотрю на этих гопи, гопи — это сварупшакти, а не какие-то женщины. Они сварупшакти. Один Кришна не может наслаждаться, ему нужна нужны его спутники. Как, например, какие-то даже можно видеть, что даже в материальном мире какие-то пьяницы они в одиночку не пьют, а в каком-то обществе напиваются. И Кришна, он получает эту радость Мадхурья расы или Сакхья расы и всех остальных. В Чайтанья-чаритамрите Кришна Дас Кавирас Госвами, он пишет, когда я смотрел на сварупшакти этих гопи, я не знаю, они их према увеличивалась, и когда они чувствовали это чувство, у Кришны тоже увеличивалась любовь к ним. И таким образом, когда их чувство увеличилось, чувство Кришны к ним, оно также увеличилось. Это описывается там, и таким образом такое соревнование происходило, у кого кто чувство любви больше. И вот Кришнадас Кавирас Госвами, он пишет, я не знаю, как это так случилось, что моя любовь увеличивается к ним, и их любовь ко мне. А кто знает об этом? Но кто же знает об этом? Йога Майя знает. Она все организует, это ответственность Йога Майя. Она находится за этим. Она делает все, она как бы сзади находится и организует все вот это вот, все, что происходит. Обусловленные души не могут чувствовать этого. Они не могут избавиться от простых простого этого телесного отождествления. Эти лилы Кришны настолько высоки, что он, находясь в них, он не может знать, что происходит в этом мире. Что какая-то боль, какие-то радости этого мира, Кришна не знает об этом. Он говорит, что никогда не говорил людям стремиться к наслаждению.
или к страданиям, и Кришна не ответственен за это, они сами стремятся к этому, и что Кришна может сделать. Я уже сказал о Дживататве, и вот это сата, вот это видя и авидья, они уже внутри нас находятся. Единственное, что нам нужно, это повернуться. И мы видим свет или в другую сторону, тут там тьма. Видя и авидья, они вечные. Если мы скажем, что авидья не вечна, то откуда это авидья происходит? Все исходит из Кришны, и авидья разве из меня? Все исходит из Кришны. Видя и авидья, все из Кришны. Они вечно существуют, и единственное то, что если мы изменим наше настроение, если у нас будет склонность к служению, мы будем на стороне света. Иначе это невозможно для нас, обусловленных душ. И вот таким образом, все обусловленные души, для них Кришна Бхаджан подобен шутке. Действительно ли так? Кришна Бхаджан — это для обусловленных душ, они просто шутят с этим. Как еще раз пример приводится, что как дети играют с какими-то игрушками, так и здесь так. Настоящий Бхаджан мы можем начать когда? Тогда, когда мы предадимся полностью без остатка лотосным стопам гуру и вайшнавов, и мы не оставим ничего лично себе. И в этом случае полное самопредание лотосным стопам садгуру. Садгуру может даровать нам силу тогда. И сейчас суть в том, что если Кришна не организует для нас такой достойной ситуации, что мы чувствуем какую-то боль, и Кришна... Вот Махарадж много раз уже говорил, что если мы спросим Бога Солнца, знает ли он что-то о тьме, и он скажет, что он не знает, никогда не видел тьмы. Солнце, оно никогда не видело тьмы. Поскольку Солнце, где есть Солнце, там оно самосияющее, и тьмы там по определению не может быть. И кто знает Кришна? Тот Пракаш, тот Шакти, через них Кришна для этих материалистов он организует так через своих посредников Гуру Вайшнавов, чтобы спасти их. Гуру Вайшнава, они находятся на уровне Бхагавана. Но как они могут узнать также, что в этом материальном мире происходит? Такое сомнение может быть, я уже сказал. Для этого обусловленные души, они чувствуют страдания или наслаждение, но Гуру Вайшнава, они также находятся в этом. Этой трансцендентной обители, они имеют связь с Верховным Господом всегда. Шрила Прабхупада говорит, и вот Шрила Прабхупада говорит, те, кто на 100% 24 часа в сутки заняты трансцендентным служением только, о них можно сказать, что они настоящие гуру. Гуру — это не тот, кто 5 часов утром харинам повторяет, а днем бизнесом занимается. Это не гуру, это такое, не гуру, это не тот, кто может научить нас бхаджану. Если мы хотим сказать правду, то, если, то мысли о потерях и приобретениях всегда в нашем сердце. И кто может избавиться от этих мыслей о потерях и обретениях? И вот таким образом мы все в той или иной степени какие-то торговцы, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И Прохлад Махарадж говорит, и
И вот он говорит: «О Господь, если кто-то служит Тебе и взамен ожидает что-то, то он не севак и не саду, а просто какой-то торговец». Баник на этом, на Бенгале. И вот Бхагаван организовал Тат Пракаш и Тат Шакти, что этот Баладев, он является в форме трансцендентных гуру вайшнавов, которые помогают нам. И если не помогают нам, то как, если они находятся на том же трансцендентном уровне? И вот во сне, когда мы видим какие-то страшные вещи, то тогда это выглядит, что вроде бы хорошо, и это не сон. Но и вот говорится, что те садан-сиддха-гуру-вайшнавы, они могут вспомнить свою прежнюю жизнь, как они жили в этом материальном мире, какие тут обстоятельства, а не те сиддхи. Они, их существование в этом материальном мире подобно сну. Они всегда заняты в служении Господу, и не на часть секунды они не теряют связи с Анандадевой или Кришной. И как это возможно, Джива Госвами Пад говорит, что это подобно сну. Но подобно тому, как во сне мы можем видеть какие-то ужасы, кошмары, и вести себя соответствующим образом. И также Гуру Вайшнавы, находясь в этом мире, они, их существование здесь подобно сну. Но если Гуру Вайшнавы потеряют свое положение, то есть тогда они не могут называться патитпаванами. Как можно сказать о Гуру Вайшнава, что они патитпаваны? Если Гуру Вайшнавы спасают кого-то и в процессе сами падают, то как можно их называть патитпаванами? Патитпаваны — это тот, кто спасает падших, но сам при этом не падает. Тот, кто спасает других с этого материального океана страдания. Если Гуру Вайшнава бы в процессе проповеди сами бы опускались и падали, то это что за проповедники они были бы? Понимаете, что я хочу сказать? И вот обусловленные души, естественно, они находятся в обусловленном состоянии, но те Гуру Вайшнавы, когда они спасают их, это не значит, что они теряют свое положение. Нет. Они спасают их, но сами не теряют своего собственного баджана. Такая сила должна быть в них. Много шлок, что я говорил в Шантипуре времени. Мало было. И вот в Бхагаватам также говорится. И вот Джанардан Бхагаван, он всегда он посылает своих спутников, парикаров, в этот материальный мир. Jar, Jan, operate Hari. Mahanta, Guru Vaishnava, hold they have no personal. Guru Vaishnava, они очень могущественные, у них нет никаких корыстных интересов, они путешествуют здесь и там, чтобы спасти обусловленных душ. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что у них нет каких-то корыстных интересов, они путешествуют по этому миру, чтобы спасти обусловленных душ.
может кто-то хочет возвыситься до их уровня. Это не значит, что все лицемеры и хотят что-то другое. Нет, искренние души тоже должны быть. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он так много дал нам. ओहे नियोजन सुनो भालो को था उल्लोषित हो भी गया इसकी तो not doing ना doing not doing. И вот это киртан Бхактивинода Тхакура мы должны петь их. И вот он очень сочинил прекрасные киртаны о Чайтанье Махапрабху. И вот в этом киртане говорится, садхгуру вайшнавы, они пришли и говорят нам, что для того, чтобы спасти тебя, все падшие, Чайтанье Махапрабху, он спасает всех падших душ. Почему вы плачете, вставайте и идите к нему. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет. И вот Шри Кришна Чайтанья явился в Навадвипе, чтобы спасти вас, а вы находитесь здесь. Какие-то такие прекрасные киртаны, если мы будем петь их, мы достигнем успеха. Кто-то изучает санскрит, но совершает киртан гораздо более благоприятно и выгодно. Если мы просто будем петь эти киртаны, то Нитянанда Прабху, он вынужден будет явиться. Это обещание Нитянанды Адвайта Гасая. Адвайта Гасая сказал, если... И вот Гуранга Махапрабху сказал, что даже если у вас будет какая-то малейшая связь с Адвайтой Гасаи, то я не забуду вас, что говорить о чем-то большем и такого решения. Те, кто зовут и помнят Ситанатха Адвайты Гасая, то Махапрабху, он дарует им прямо. Можно изучить. А вот эту Адвайта Аштаку, там говорится об этом, Махарадж опубликовал вот эти несколько книг на эту тему, на Бенгале. И вот там говорится, что сразу, если вы будете звать Адвайта Гасая, он дарует вам прямо. Он схватит вас. Адвайта Гасая, он ачарья. Адвайта Гасая, он лучший из ачарьи. Гуранга Махапрабху, он сам говорит, что он ачарья, мой гуру. Его ачар, он его поведение, все остальное, но его характер, он великолепен. Если мы хотим совершать харибаджан, мы иногда чувствуем вдохновение. И это великолепие с Гуру Вайшнавами, они могут вложить свою силу, свое чувство в наше сердце, они могут вложить чувство служения в нас, если мы искренне, а если мы лицемерны, то тогда нет никаких вариантов, нет никакого решения. И вот Гуру Вайшнава, они находятся в этом мире подобно тому, как мы находимся во сне. Гуру Вайшнава, они не
присоединяются в испытании страданий и наслаждений этого мира. Шивас Пандит, он настолько велик, смотрите, его собственный сын, когда он умер, Шивас Пандит пришел, спросил домашних, что случилось, они плача сказали, что сын умер, а он сказал, хорошо, но Махапрабху там совершает киртаны, и поэтому не беспокойтесь, и не беспокойте его. Если будете беспокоить, я вас не накажу, и поэтому перестаньте плакать, но уж умер, так умер, что делать? И вот таково состояние. Тежо брахма катха сакалам вифалам бхаджа годрума канана ранивидам бхаджа годрума канана ранивидам бхаджа годрума канана. You have to cry and sing. Мы должны плакать и петь этот киртан. Кришна увидит нас, он смотрит на нас с каким чувством мы молимся ему. Он всегда чувствует все наши намерения, и вот мы знаем, что Гуру Вайшнава, они чувствуют эти страдания и наслаждения в этом мире, они хотят спасти нас от этого состояния, но все же они, их сердце не оскверняется. Поскольку Патита Паван, если он спасает кого-то, если он сам падает в процессе такого спасение, то это не Патита Паван. Без милости Адвайта Гасая Ситапати это невозможно обрести милость Гуранги Махапрабху полностью. Адвайта Гасая, он не отличен от Махавишны. Он не отличен от Махавишны. И в одной шлоке он написал какой-то киртан на санскрите Адвайта Гасай. Он сам говорит, что Адвайта Гасай, он говорит о себе как неотличным от Нитянанды. И действительно, это так. Он не отличен от Нитянанды. Он лучший из Ачарьи, Адвайта Гасая. Но он явил Грихастха Лилу, но он лучший из Ачарьи, Шрила Бхактивинода Тхакура тоже, он находился, он являл Лилу Грихастхи и Шринивас Ачарья, а также я не наилучший из Ачарьи. Сивананда Сен, он тоже являл такую грехастхалилу, он был лучший из преданных, и их грехастхалила, это не, она не подобна нашей, их парикар, вайшистха и все остальное, что это. Это их это их шакти, это расширение их шакти. Нила шакти. Нила шакти. Хладини шакти. Хладини шакти are Хладини Шакти, Самвити Сандини. И вот дети этих преданных, таких как Шринивас Ачарья, это Сандини Шакти, расширение.
это не какие-то обычные люди, это ее проявление. Сегодня Махарадж отвечал, что Адвайта Гасай не отличен от Махавишна и в бесчисленных брахмандах. Они, эти брахманды, они исходят из пор на теле Махавишна. И вот эти бесчисленные брахманды, как они сотворяются с помощью майи. Но составляющие откуда возникают? Поскольку Махавишна, он своим взглядом, он, когда он посмотрел на Майю Шакти, этот Махавишна, у него нет прямой связи с Майей. Махавишна, он находится на трансцендентном уровне, а Майя на материальном, и их связь невозможна только через это смотрение. Он взглянул на нее, и эти бесчисленные дживы из предыдущих калп, они через этот взгляд, они переместились в эту Майю. И вот это его взгляд, который подобен лучу света. Это Шамбу Джотирлингам. Во всей Бхарате есть 12 джотирлингамов. Они подобны лучам света. И вот из этого он буквально оплодотворил эту Майю через взгляд. И все бесчисленные дживы и все остальное в форме семени вошли в нее. И вот под его руководством эта Майя Деви, она начала творить всех живых существ, всех тигров, слонов, обезьян, людей и прочих живых существ, согласно с их кармой и такого условия. И вот Махавишну уже, он посмотрел на Майю, он вложил семя в чрево Майи, и эта Майя, она начала творить различные виды живых существ. Но материал для этого творения – это от Джива Шакти. Это Джива Шакти. Джива Шакти, она нематериальна. Майя Шакти, она ниже, чем Джива Шакти. Джива Шакти, у нее есть качество чинмоя, четанное сознание. И вот Дживатма, она вошла в чрево Майя Деви, но составляющая, откуда получились, в Бхагаватам прекрасный пример дается. Ясо ено ято ясо ясмай яд яд ята яда. You follow? The case ending, all seven case ending. Ятро ено ято ясо ясмай яд яд ята яда. Вот в Бхагаватам приводится, что вот все падежения указывают на Кришну, и Вишвана Чакрабарти, он говорит, но кто читает Бхагаватам, у многих терпения не хватает, стремятся к каким-то материальным вещам, как вороны, как вот с 5 утра весь день. Очень хорошо молчать хотя бы до 8 утра. Если мы слишком много говорим, то откуда сила появится? Мы должны контролировать нашу речь, наш слух. То, что мы едим, и все остальное должно быть под нашим контролем. Но если мы не пытаемся, то что говорит Упадишамрита?
И вторая шлока Упадишамрита тоже об этом говорит. Но некоторые думают, что Джива Госвами два раза говорит то же самое, но нет. Если когда Махараджа будет обсуждать эту Упадишамриту, он более подробно расскажет. И вот почему же вроде бы наставления повторяются. Я покажу, какова связь между этими шлоками. И таким образом мы должны контролировать наши органы чувств. Гуру Вайшнава дарует нам свою милость, но наша обязанность принять эту милость. Подобно тому, если кто-то нам дает молоко, то нам и емкость для этого молока нужна. Куда же дать нам это молоко? Если у нас есть емкость для молока, то тогда мы можем получить молоко. А если у нас есть емкость для молока с кучей дырок, то молоко мы, конечно, получим, но оно все прольет, выльется через эти отверстия. Такие Гуру Вайшнава не даруют нам милость, но из-за того, что наше сердце несовершенно, вся эта милость, она протекает. Эти анартхи, недостатки, не олицетворяют собой такие дырки, через которые утекает вся милость. И откуда составляющие для творения берутся? И вот в Бхагаватам говорится подобно тому, как паук он строит себе какие-то убежища. Откуда он составляющие для своей паутины берет? Ему это не надо. Он из своего тела он синтезирует эту паутину. И вот из своей слюны он как-то синтезирует всю эту паутину и строит все, что ему надо. Но смотрите, когда эта паутина выполнила все свои обязанности, он ее опять поедает. И так-таки Кришна и Махабишна, все составляющие они из него исходят, и в него же входят, как в этой шлоке говорится. Тамаси ядатмано самаварудда самаста бхага. Бхага мин пава. Бхага значит сила шакти. И Господь с помощью, он все шакти, эти энергии Господа, они опять входят в него, и Господь погружается в свой сон. Это возможно для Господа. Все составляющие, они исходят из Адвайта Гасая. Он Садашива. Садасит Вишну Татва. И поэтому это правило предлагать лотосным стопам Адвайта Гасая Татуласи. Многие преданные спрашивают, почему, вот почему можно ему Татуласи предлагать. Кто-то Туласи Шивалингаму предлагает, но это глупо. Но если вы думаете даже, что это Садашива, но он в форме Лингама, поэтому Туласи непочетно предлагать ему. Но обычно люди, если увидят, что я, например, предлагаю Туласи этому Шиве, они тоже будут ломать Туласи и предлагать. И это не поэтому обычное правило предлагать листья было Шиве. Адвайта Гасай, если он в форме, а если Адвайта Гасай в форме божества или в форме изображения, то ему можно Туласи предлагать, а в форме Шивы не стоит. И вот Адвайта Ачарья, он лучший из Ачарьи. Почему? Поскольку его Ачарон, он уникален. Он идеален, он является примером даже. Шичитани Махапрабху был очень вдохновлен, видя, он был удивлен, видя, как характер Адвайта Ачарья. Однажды
Великий пандит кто? Из Аллахабада. Аллахабад, Арайграм. Where that pandit? Из Арайграма. From Arayagram in Allahabad, what pandit? Vallabhacharya. Vallabhacharya. Vallabhata. Он хотел что-то обсудить с Адвайта Гасаем. Yes, и он был испуган, видя силу Адвайта Гасая, когда Нитянанда и Адвайта не пришли. Из Говардхамы они только заходили в Пурушоттам Даму. Царь Каши Мишра и его Гурудев, они увидели их. Царь был удивлен, спросил, кто он. Он Нитянанда. А он? Кто он, который сияет, подобно десятку миллионов солнц? Он Адвайта Гасай, насколько он могуществен. И царь хотел узнать, кто же они такие. И ему сказали, что это Адвайта Гасай, и он был очень впечатлен. Те, у кого есть чистая преданность, они, естественно, если они не даже не используют никаких средств, они сияют. Автоматически это сияние появляется. И о Шукадеве Госвами говорится, Шукадев был полон. Он шел, не мылся по дороге и был в пыли, в грязи, но все же сила, какое-то сияние исходило из него. Вайшнав, он может понять силу другого вайшнава. А кто-то может мерить какими-то внешними факторами, как, например, кто-то считает, кто сколько гирлянд предлагает, сколько пожертвований, какие титулы у кого-то есть вот у Мадхавендра Пури или у Шукадева Госвами, какие титулы. У них не было храма, ничего. Мы хотим, многие хотят как-то измерить вайшнава из-за измерить его какими-то материальными измерениями, но эти материальные измерения, они бесполезны. Как мы можем знать? Сарвабхаума Бхаттачарья, он сказал царю, что это Нитянанда. И таким образом, у Адвайта Гасая была уникальная, великолепная преданность Ситадеве. Это йога-майя. Она в форме йога-майи находится во Вриндаване. И Вриндадеве говорит, я получил эту мантру. От Пурнамаси. Пурнамаси, она в красной одежде. Во Вриндаване. Она лучшая из саньяси, хотя в женском теле. Но и что из этого? Она в шафра носит Пурнамаси. Она... Она как там, что она делает? Пурнамаси, она усиливает лилу, как-то ускоряет ее, но внешне выглядит как пожилая женщина. Но это для тех, кто не понимает, кто она. Смотрите, Ситадеви и Пурнамаси. И другая жена у Адвайты была, Шридеви ее звали. Нисимха Бхадури. У этого Нисимха Бхадури было две дочери. И вот он, ему сон приснился, что сам Вишну придет, и он предложил своих дочерей там Адвайта Гасаю. И вот он выдал замуж одну дочь, он сказал, что где ж такого, как ты еще найти, поэтому бери вторую дочь.
И вот он сказал, что ты Верховный Господь, поэтому ты Махавишна, поэтому бери обоих моих дочерей в жены. Что говорить? В Лау, а в какой-то предыдущей деревне Адвайта Гасая, Лау как называется, как-то так. Его отец. У него были какие-то отношения с царем того места, он был радж-пандитом. И вот Адвайта Гасай был очень мал, и этот царь был Шакта. Он построил какую-то Деви Мандир и говорил, что все должны кланяться этой Деви. Если кто-то не кланялся, царь очень гневался. Но этот Адвайта Гасай, будучи ребенком, Кавалакши его звали, он не кланялся этой Деви, и царь разгневался, что ты тут оскорбляешь эту Деви. King of Lau and Kamalaksha. Kamalaksha speaking in front of. И вот этот Камалакша, он сказал, что могу, конечно, поклониться, но проблема это Деви не потерпит мой поклон, что и не удивились, слыша, что настолько горд, настолько. Настолько возомнил что-то о себе, и тогда Адвайта Гасай поклонился Деви, это Деви развалилось. Это каменное божество, оно разлетелось на кусочки, и так много случаев было с ним. И сейчас я хочу говорить о Сиданте и Вичаре, о Адвайта Гасай, о различные истории, они не моя цель, и о них я особо не говорю. И вот Адвайта Гасай, он по милости Верховного Господа, поскольку он и вот он с этого Лаура он переехал в Шантипур, поскольку Махапрабху там явился неподалеку. И вот он узнал, что Шантачарья, какой-то Ачарья Шантипура, он очень, он имеет знание, он сведущий в Ведах и Ведантах, и этот Камалакша, он пошел к нему, это рядом с Фули, он изучал Веды, Веданту, грамматику санскритскую, он уже изучил этот Вьякар. И после этого этот его учитель он был удивлен, как Питриат Шарма, он Шрила Прабхупад изучал у него Веды и Веданту, но был он очень удивлен, видя глубокое знание этого Бимала Прасада. Он думал, как я могу его учить, он больше меня знает. И Шантачарья тоже был очень удивлен, как возможно, что он изучил он все Веды, Веданту, и Бхакти явилась в нем. И он дал ему титул Ачарья. И таким образом он начал жить в Шантипуре. Шантипур — это не место преданности, но так или иначе это место Адвайта Гасая. И он начал жить в Шантипуре. И после этого в один из дней Мадхавинда Пурипат он пришел в это место. Он видел любовь Мадхавинда Пурипада Господа, он был очень впечатлен, и он принял дикшу от Мадхавинда Пури. Это все Кришна организовал. Он сам Вишну, от кого Вишну получит дикшу. Как Гуна Манджари, вот Наяна Мани Манджари получает дикшу, или наоборот.
это и такие, если такие мысли, они материальные, такие представления. И мы не должны думать об этом. Это такова лила. Материальным умом, что мы можем понять. И вот Адвайта Гасайя получил дикшу от Мадхавинда Пурипада, и после этого начал путешествовать по различным святым местам от Канякумари до Бадрикашрама. Адвайта Гасайя посетил все святые места Айодхи, Ганготри, Гомух и прочее, прочее. И в итоге он пришел в Митхилу, там встретился с Видьяпати. Он был очень впечатлен видя Видьяпати. Когда Адвайта Гасайя танцевал и плакал, как ты написал, описал эту Кришна-лилу? И он ответил, что я не знаю, ты можешь понять. Но я не могу тебе сказать, как я написал, сам скажи, это по воле Кришны случилось. И вот Видьяпати, он уникальным образом описал лилу Кришны, все сокровенные лилу, он написал то, что Махапрабху, он слушал их произведения, Бару Чандидас, Видьяпати. И кто еще? И Джайдев Госвами. Махапрабху слушал их произведения и с великой радостью. И после этого Адвайта Гасайя решил отправиться во Вриндаван. И вот он совершил парикраму по всему Вриндавану и Враджа Мандалу. И однажды Матанагапала явился во сне к нему и сказал, что ты можешь, ну, должен спасти меня, я нахожусь здесь, в земле. И вот он пошел в то место, начали копать и нашли, да, там действительно Матанагапалу. Он организовал служение Матанагапалу в том. А в том месте, где этот сон ему приснился, Адвайта Ват зовется рядом с Двадашатилой какой-то. И вот там он спал, и это видение пришло к нему во сне. И потом он установил этого Мадхангапала, он занял какого-то преданного в служении ему. И вот потом он пошел на парикраму, и божество пропало. И Адвайта Гасайя, он решил умереть, потому что Господь Мурти, Господа прошло, но ушло, но он сказал, что мусульмане нападали, поэтому я тут стал маленьким гопалом, и ты можешь поискать. А вот там в куче цветов можешь поискать, я там. Я до этого Гасайя пошел искать и нашел, да, вот маленького Мадхангапала. И вот это Виграху Махарадж видел лет 30 назад, он однажды Махарадж с какими-то преданными был в том месте, этот Пуджари, он показал этого маленького Мадхангапала, а Бабаджи Махарадж его видел, такой очень маленький. И таким образом, Махарадж сейчас расскажет о настроении служения Адвайта Гасайя. Адвайта Гасайя, вот про него говорится. Что такое бхакти, чистая преданность? Он был вынужден оставить всех сыновей, кроме трех. Кришна, Мишра, Чутананда и Гопал. А все другие, от других сыновей он отказался.
Тьяджапутра. Он сказал, чтобы они к нему не приходили, поскольку они не исследовали пути Адвайта Гасаи. Они не исследовали пути Адвайта Гасаи, а чистой преданности. И вот вы знаете, каково настроение, характер Адвайта Гасаи, когда Ачютананда, он был маленьким мальчиком, и когда какие-то преданные спросили, кто Ачарья, кто Гуру, Чайтанья Дева, Адвайта Гасаи, и этот Ачютананда сказал Ишвар Пурипад, а кто-то сказал Ишвар Пурипад, а Ачютананда сказал: «О, отец, что ты говоришь?» Кто же может быть гуру Верховного Господа Шри Чайтанья? Он гуру всего мира, и как у него может быть гуру? И тогда Адвайта Гасаи взял его на руки, этого мальчика, и обнял и поцеловал, что теперь я знаю, что такое. Он сказал, что теперь я знаю, что такое чистая преданность. Ачютананда, он же с самого детства являл такие лилы преданности. И вот Адвайта Гасаи, кто такой Ачарья, как мы можем узнать? Что он Ачарья? Иногда Бхактивиген Бхарати Махарадж говорил, я говорю то же самое, тот, кто не прекращает говорить об абсолютной истине. Много раз я говорил об этом, может быть, какие-то люди, которые стесняются говорить об абсолютной истине, то есть что за Ачарья такие? Ачарья только думает о том, о мнении Верховного Господа, ни чем-либо ином. Ачарья только думает о Верховном Господе. То... И раз он может прекратить говорить об абсолютной истине. Шри Чайтанья Чайтамриты мы знаем, я могу более подробно говорить об этом. И вот Шри Чайтанья Чайтамрите говорится: телом, умом и речью мы не должны приносить боль никому. Мы настолько умны, что мы, прикрываясь этой шлокой, делаем не то, что надо. Адвайта Гасаи никогда не боялся говорить об абсолютной истине. И все смарты в Шантипуре. Адвайта Гасаи было два дома. Один Баджан Куртила, и в другом месте, в Майпуре также. И в Шантипуре два. Мы были в доме Адвайта Гасаи, там Махапрабху пришел и жил какое-то время в его доме. И также здесь, в Майпуре, поскольку Адвайта Гасаи, он знал, что Махапрабху явится здесь, и поэтому хорошо, если будет какой-то домик тут. Адвайта Гасаи, он призвал Господа, я уже сказал, что если мы будем звать Кришну, то этот звук не достигнет Кришны, и поэтому в Киртане говорится: «Вайшнавера Аведана Кришна Дуямой». И почему говорится так, когда Вайшнава молится у нас, Господу, то тогда Господь услышит эти молитвы. И Прохлад Махарадж говорит: если ты хочешь даровать милость мне, то проли свою милость на этих детей демонов. Без этого я не хочу твою милость. Оставь ее у себя. Я уже получил милость от народа. Что еще мне нужно? И вот Господь Прохлад говорит так в Нарисимхе. И вот Адвайта Гасаи, он зовет Монца Махавишну и также Шивататва, и в то же самое время лучи из Ачарьи в этом материальном мире. И когда Адвайта Ачарья вызывал к Господу, чтобы он пришел, чтобы спасти всех обусловленных душ, он звал Господа, его зов был подобен львиному рыку.
Samarthanadibhavanam. Is it in Gita? Follow? Why? И в то время Адвайта Гасая, он произносил шлоку из Гаутамия Тантры. И вот он нашел эту шлоку, и в ней говорится, что если кто-то предлагает листья Тулси Господу, то Господь может явиться, и тогда, и тогда Кришна был очень благодарен ему за то, что он предлагал ему листья Туласи и воду Ганги. И вот Адвайта Гасай, он там Ади Ганга протекала, и он выбрал это место. Баблари называется. Мы сегодня были там. И там Адвайта Гасай на берегу Ганги, он поклонился Шалагаму и предлагал Туласи. Это почему Баблари называется, там был Баблаван, это лес такой. Такое, это там деревья растут, которые используются для чистки зубов. Их ветки используются. Поэтому это лес Баблаван называется. Дерево Бабла называется там, и поэтому место Баблари. То место, где Нитянанда и Гауранга, они когда пришли туда, они плавали в Ганге, и это то место, где они встретились с Адвайта Гасаем. Это особое место, где Мадхавендра Пури встретился с Адвайта Гасаем. Адвайта Гасай, он больше, чем гура. Почему? Да, я уверен в этом. Это Сиддханта Гауранги. Мой преданный, он лучше, чем я. Он разве преданный? Да. Он также преданный, хотя он Верховный Господь и действует как Ачарья. Он преданный. И Махапрабху сам сказал значение Ачарья. Он выше, чем я. Нитянанда лучше, чем я. И это то ученик, который мы получили от Чайтаньи Махапрабху и Адвайта Гасай. Он показывает нам путь чистой преданности. И когда он зовет Кришну, чтобы Кришна снизошел в этот мир, и ты должен прийти и спасти их, этих душ, которые находятся в такой плачевной ситуации. Махапрабху сказал, когда Нара, значит, Адвайта, когда Адвайта звал меня, я был вынужден прийти сюда. Я был вынужден прийти, откликнуться на его зов, поскольку его зов настолько могущественен был, что мог разрушить Брахманду. Он сам Садашив, если мы будем возвышаться все выше, 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 то Деви Махеш, и вот все выше, выше эти уровни перечисляются. И после этого можно найти даму Брахмы, там, где Брахма находится. И после этого мы должны еще выше возвыситься, увидим Вираджу, которая подобна океану. И после этого дальше безличное сияние Брахма на Брахма-джоти. И когда мы пройдем его, то увидим Махавишну на Садашивалоке. Все бесчисленные Брахманды, так много бесчисленных кайлашев. Он как Кайлашапати, и бесчисленные Брахманды, они находятся там. Они это Шива-таттва. Они все исходят из этой Садашива-таттвы.
это источник всего. И вот Адвайта Гасай, он Садашива, и там он, Садашива Лока, это уже практически Вайкунтха, и если вы будете там Вайкунтхи, Парабрама, различные отделения этой Вайкунтхи, и потом, если еще выше возвыситься, то там можно обнаружить Голоку. Она разделяется на три части. Одна – Дварака, Матхура, и внутри Матхуры – Вриндаван. И это сердцевина этого лотоса. Я уже сказал, что там Баладев, он первое проявление Кришны. Это Баладев, он сделал Санкаршана, Прадьюмна, Васудева, Анирудху, это четырехугольник, квадрат. Из Баладева и на Вайкунтхе тоже четыре этих угла из Санкаршана, которые исходят, и здесь также. И там три Пурушаватара. Каранарнава Шая, Пурушаватара Махавишну. И каждая Браманда. Браманда Удак. И Гарбхадака Шая Вишну. Из его пупка растет лотос. И там Брама, он обнаружил себя. Кто я, где я, откуда. И вот он называется Гарбхадакашая Вишну. И в Кширадакашая Вишну, Анирудха Вишну, он находится внутри всех джив, как Параматма. Он Анирудха Вишну. И этот Карнарнава Шая Вишну, он не отличен от Махавишну Джагадгарта. Вот это шлока. Вы знаете значение Адвайта Ачарьи. Я уже сказал Шандипури. Когда Адвайта Гасай, он организовал Шрадху. В этой Шрадхе нужно предлагать подношение Кришне и потом эту тарелку с подношением каким-то великим вайшнавам, но, по крайней мере, чистым браманам. Чистые браманы, они автоматически, значит, вайшнавы, но некоторые браманы думают, что они более возвышены. И когда Адвайта Гасай решил отдать эту тарелку с подношением, наилучшему из всех, кто это Харидас Такур. Харидас Такур был очень шокирован, почему ты дал мне эту тарелку с подношением. Ты должен дать ее браманам. Я не браман, я падшая душа. И Адвайта Гасай разгневался, сказал, я знаю, что делать и что не делать, то, что говорится в Писаниях. Я делаю соответственно и не сомневайся, не бойся ничего. Я делаю все идеальным образом в соответствии с наставлениями Писания. Если ты примешь этот просад, то десятки миллионов браманов, если я накормлю эти десятки миллионов браманов и накормлю тебя, то благо от кормления тебя гораздо больше, ты на Мачаре. И поэтому не бойся, я... Но они разгневались, они бросили все и сказали, что мы ни капли воды от себя не примем, и ушли. И тогда Адвайта Гасай сказал, ну, то тогда могу вам рис, овощей дать, вы можете сами приготовить и принять, если вы думаете, что это осквернено, потому что я дал этот просад великому Намачарье, вы не поняли меня, сделайте, как считаете нужным. Но эти... Потом шторм случился, сильный дождь, ветер, они ничего не, за весь день не смогли ничего приготовить. Они ходили
вокруг огонь. Огонь нужен был, поскольку в те времена не было спичек или газа какого-то, чтобы просто взять и начать готовить. Даже вот во время детства Махараджи то не было газа, спичек. То есть, чтобы этот огонь разжечь, еще та задача была. И вот они ходили по всем ближайшим деревням, а огня не было. Ну, уж у кого-то был огонь, можно было от него поджечь, но не было огня. И вот они потом поняли, что что-то не так, пошли просить прощения у Адвайта Гасая. Адвайта Гасая сказал, что не у него надо просить прощения, а у Адвайта Гасая. Они спросили, может, там холодный какой-то просад остался. И Адвайта Гасая сказал, что да, остался. И вот брахманы сказали, что мы вот его съедим тогда. И вот таким образом они искупили свое оскорбление перед Намачари Хариас-такуром. И вот Адвайта Гасая в возрасте 125 лет он оставил свое тело, много вещей, много сиддхант. Я хочу говорить об этом, но времени мало. И когда Адвайта Гасая призвал Господа в этот мир, то Адвайта Гасая он написал шлоку. Он указал в этой шлоке, что «О Господь, я...» Я призвал тебя в этот мир, чтобы ты даровал прему всем, и ты принес эту прему, но люди не могут принять ее, они стремятся за какими-то материальными вещами. И вот он написал Адвайта Гасая. И вот он написал письмо Махапрабху, и Махапрабху, прочев это письмо, он засмеялся, и его спросили, в чем дело, а он сказал, что сделать Адвайта великий пуджари, он может призвать. Он может призвать Господа и... И вот он сказал, что та причина, ради которой я призвал тебя в этот мир, твоя миссия закончена, и ты Сарат Пуруш. И таким образом Адвайта Гасая дал указ. Он сказал, что та миссия, ради которой я призвал тебя в этот мир, она закончена, и сейчас я не хочу тебе своим присутствием как-то беспокоить. И Адвайта Гасая, он и вскоре Махапрабху также он ушел из этого мира. Он оставил этот мир и вошел в вечный мир. Адвайта Гасая ушел, Махапрабху Нитянанда вошел в божество Банкирая. Jai Adwaita Saptami ki, Anantagari Vishar Bhokya Mahanam.